Третью неделю по Пасхе православная церковь молитвенно чтит святых жен мироносец, которые любили Господа и были с Ним до самого конца, до крестной смерти, служа Спасителю своей искренней верой и любовью. В храме Рождества Христова это престольный праздник. В этот день состоялись ранняя и поздняя божественная литургии в честь этого торжества веры и преданности. В этот день мы приносим свои молитвы, прося о том, чтобы жены мироносицы молитвами за нас пред престолом Божьим помогали нам совершать свой путь к вечному спасению. Многие прихожанки исповедались и причастились святых христовых тайн, чем засвидетельствовали свою любовь и преданность ко Христу. Дорогие наши жены мироносицы, да поможет вам Господь хранить веру в сердце, делать все для того, чтобы эта вера Господа Иисуса Христа не исчезла из жизни людей, чтобы она предавалась последующим поколениям. После литургии состоялся крестный ход, в котором участники прославили воскресшего Христа. Под благословение крестом настоятель храма отец Александр раздал прихожанкам сладкие подарки. На территории храма состоялись праздничные мероприятия. Свои песни исполнил коллектив «Зори Кубани». Спасибо, Господи, за все, за эту светлую зарю, за каждый день в моей судьбе, за все тебя благодарю, за хлеб насущный и за кровь. Казаки угощали всех желающих кашей, приготовленной на полевой кухне, и чаем на травах с куличами. А участники молодежной общины приготовили вкусные блины. Ой, братья казаки, спасибо, Христос, жизнь я на выкатку. Слава Богу. Спасибо. Очень. А кашка еще есть. Спасибо. Вот такой сегодня у нас получился праздник, поистине жен-мироносец и всех тех, кто сегодня продолжает нести это святое, Богом благословленное служение. В сегодняшнем празднике Церковь являет нам два примера – чувства и рассудительности. Чувственность олицетворяет собой женщины, а рассудительность – мужчины. В каждом человеке должно быть и чувство, и рассудительность. И если вперед бежит чувство, а рассудительность отстает, то не миновать беды. А если только рассуждение без чувств, дело хорошим не назовешь. Каждому из вас мне хотелось бы пожелать сердечной и чувственной радости и мудрой рассудительности, которая всегда одна другой непременно поможет. Самое главное – любите Господа, молитесь Христу воскресшему и несите свой женский крестик. Поверьте, он не легче мужского. В нем своя тягость, свои трудности, свои слезы, свои скорби. Помоги вам, Христос, пронести этот крест до конца. Ну а мы, сильные половины сего, постараемся вам помогать своими молитвами, помощью и, конечно, своей поддержкой. С праздником вас, дорогие! С днем святых жен мироносец! И да хранит и благословит всех вас воскресший Христос! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!